Всем доброго времени суток, с вами Элисон Роуз, мы продолжаем проходить Life is Strange. И я хотела вам перед началом серии показать то, что я перепрошла первый эпизод. Ну, то есть исправила пару вещей, буквально. Я скрыла правду о Нейтане все-таки, потому что многие сказали, что не надо было этого делать. Ну и попыталась спрятаться, когда ворвался отец Хлои, но... все равно вышла из шкафа и сказала правду. Еще я по-прежнему спасла птичку. Я в гараже, помните, роняла в первом эпизоде документы, я их вернула обратно. Ну, то есть я решила, что это нужно исправить, раз вы сказали, что можно отменять такие вот даже банальные действия. Ну и плюс ко всему я спасла, помните, бабу возле общежития, которой в голову зарядили мечом. Вот такие вот дела. Я думаю, мы сейчас с вами продолжим проходить, и я запишу это одной целой серией, в итоге разделю ее на две. И вот такие вот дела, собственно. In the previous episode of Life is Strange. That got away from me, psycho! No! Whoa! What the fuck? But he could be talking about photography. Or have you done something wrong? Talk to me. Hey, Victoria. What do you want, Max? I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No. For reals, Warren, this is between you and me. Don't insult me. Max, go on. Hey, leave him alone! Max? Chloe? It makes perfect sense I'd see you today. Welcome home, Max. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. 6 months ago, she just left Arcadia. Without a word. Without me. Something happened to her. Wait! Is that grass? Tell me the truth. That's an order. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Max, tell me everything. Собственно, мои решения вы помните и знаете. Перепроходить второй эпизод я не буду, буду действовать по уму. Теперь я знаю, что как работает и какие вещи лучше утаить, какие лучше рассказать, а когда лучше перемотать время. Вот. Субтитры я читать не буду, дабы не раздражать вас, хорошо? Потому что многие этого не любят, поэтому я не хочу этого делать. Мы у себя в комнате, понятно. Я вообще не могу проснуться от одного будильника, кстати. Причем просыпаюсь, отключаю его, думаю, полежу ровно минуту. И так каждый раз, и каждый раз просыпаю. Такая вот незадача. Да понимаю, у меня этот эпизод будет больше наполнен какими-то действиями, потому что предыдущий был скорее знакомительный. Мы узнали много чего интересного, хотя, в принципе, до сих пор не очень понятно, что это все значит. Как бы не оказалось, что отчим Кейт... нет, не Кейт, Хлоя, господи. Что ее отчим не какой-нибудь маньяк. По-моему, это было бы ужасно. Ну, посмотрим.
Переодеваться, наверное, рано пока что. Ну, пойдем, где там на этаже находится. Все-таки у нее характер, то еще... Как-то печально, что я даже, типа, не переоделась. А где душ-то? А, вот он. Господи. А почему ты не взяла с собой какое-нибудь полотенечко? Ну, типа, умыться. Я думала, ты в душ хочешь, нет? Привет, Кейт, ты в порядке? Ты какая-то грустная. Hey, Kate. How are you doing? I'm here. Thanks again for standing up for me yesterday. Да, не за что. I needed that. Anytime. That guy has issues. Doesn't everybody here? By the way, Max, do you still have my copy of the October Country? Чё? Yes, of course. It's great so far. I didn't realize Bradbury was such a poet. Can you please bring it back to my room this morning? I just need to take some notes for class. Absolutely. I'll bring it by later. Надо не забыть, кстати. Ну, принимай душ, конечно, но как-то без полотенца. Босиком. Странно, ладно. Чем ты вытрешься? Я... Ладно, я не буду задавать этих вопросов. Наверное, это не надо. О, легкая эротика. О, я, например, не могу с утра принимать душ. Только вечером или даже днем. Но когда я только проснулся, мне это еще больше усыпляет. Не знаю почему. What's up, Kate? Опять. School. That's it. That video of you clubbing didn't look like homework. На каком видео? Victoria, that wasn't me. Oh my god, right. Don't be shy. I think it's awesome you set a tongue record on video. Что происходит? You're going to be sorry someday. Oh, boo-hoo. I'm sorry you're a viral slut. I'm sure she had fun. Looks like it. Какое-то порно-видео, что ли, не понимаю, о чем вообще речь. Preach it, sister. Yup, I still have goddamn paint all over my face. Good thing my faithful minions took their sweet time bringing me a towel. We ran all the way. Give it a rest, Taylor. Now I know if I'm in an accident, I won't rely on you or Courtney for help. You can hang out with Kate or Max. Я тебе вообще-то помогала. Нельзя быть такой злой. She's a weirdo with that dumb camera. I hate that. I'm so quirky. Crap. Anyway, let's leave the link to Kate's video so everybody gets a chance to see her in action. You are such an evil biatch. I love it. Да что ж там такое-то? Надо посмотреть. Ну, то есть, посмотреть, запомнить сайт и стереть к чертовой матери. Нет, ну вот какие мерзкие, а? Девчонки, хорошо, что у нас такого в школах не было. Ну, то есть у кого-то, наверное, было, у меня нет. Так. Я думаю... Ладно, сейчас все будет, давай быстрее. Умойся там. Sorry, I forgot. Так. Is that the link to Kate's video? Damn, Victoria is so fucking mean. Ну-ка, сотри. Even if I can stop one person from watching it, it's worth it. Ну, конечно, я не собираюсь. Ну, то есть, а вдруг это реально там не она? Давайте посмотрим. Хуже-то нам от этого не станет в любом случае. Так, ну что, пойдем. Пойдем, пойдем. Ой. Виктория? Зачем мне комнату Виктории? Мне нужно в свою комнату. И глянуть, что это вообще. Хотя для начала надо бы переодеться. Да, по-моему... Maybe I'll just put on a shirt and jeans. Hey, да, я думаю, ты всегда так одеваешься. For every day of the week, and he couldn't even rewind time. Так, ну-ка. My desk is a pigsty, but... Да, я заметила. I know it ain't there.
Ладно, бумаги, бумаги, бумаги. Что за бумаги? Откуда их так много? А, вот здесь же, ну. Здесь же какая-то книга, наверное, лежит. Nothing here. Блин, куда же она делась-то? Может, здесь? Хотя это вряд ли. А, нет, вот она нам... Of course she just spilled soda on Kate's book. Better fix this fast. Kate needs the book, and I don't want to add to her list of problems. Да, давай уберем этот... Be gone, foul soft drink. Прощай, дрянная газировка. А теперь можно взять аккуратно. Aha, you sneaky book. You're mine. Ну все, пойдемте, наверное, нам больше нечего здесь делать. Now I can finally take this back to Kate before I'm late. As if I have to worry about being late. Где ее комната? I do have all the time in the world now. Так, Виктория не нужна. Кейт, привет. Kate, you in there? Yes, I'm here. Только не плачь, пожалуйста. Типа, я не ну, я не знаю, что там за видео такое. Выглядишь очень расстроенной. Kate is all alone dealing with this video bullshit. I hope her mother doesn't disown her. Так. It's way too emo in here. Kate isn't that gloomy. Эй, привет. Ты как? Hey, Kate. I brought your book. Max, why did you step in between David and me yesterday? I hate bullies. David Madsen should know better. I was hoping he would. But it's nice to see that you care about me. Kate, I actually do care. So, what's the story with you and David? Well, he's a total paranoid ass. He thinks I'm part of the Vortex Club. Yeah, right. What about this video? And I swear I haven't watched it. I can't even watch it, Max. Should I watch it? Just for posterity? Are you kidding? You know how humiliating this is for me? I know this sucks, Kate, but... Tell me about the video and maybe I can help. Basically, I went to one Vortex Club party and ended up making out with a bunch of people. And I have no memory of it. That's awful. So, how did that happen? It's a long story. I'm still trying to sort it all out. You have to tell me more than that. What happened at the party? Did you drink? I swear to God, I had one sip of red wine, and then I drank water. Are you sure it was just one sip? Короче, опять наркоту, походу, подсыпали. And I don't end up on a viral video, okay? Did somebody drug you? I remember getting sick. Go on. Then Nathan Prescott said he would take me to the hospital. Nathan Prescott? Oh shit. He was being nice for a change when he offered to help me. Вот урод, милый, ах ты шупадла, такая тварь. All I recall is driving for a long time. And I woke up in a room. I thought it was a hospital because it was so white and bright. Go on. I'm listening. Somebody was talking to me in a soft voice. I thought it was a doctor until I heard Nathan and felt a sharp sting in my neck. Oh, черт. And... E? And? That's all I remember. I don't know what happened. I woke up outside my dorm room the next day. I didn't have any marks or bruises, but I felt gross. So, who took the video of you at the party? I have no idea. Probably Victoria. She was there being her mean self. Jesus, Kate. I'm sorry. This is serious shit. How do I get a viral video taken down? I know it's already spreading. What if my church sees that? I need to know what to do. Kate, we'll figure it out. I'll check back later, okay? Блин, что-то как-то все это очень неприятно, на самом деле, вот эта ситуация. Thanks, you can put my book here, near my bag. Да, представляете, ведь то же самое могло случиться не только с Кейт. Блин, жесть. Ну, положи туда книгу.
So, Max, can I ask you a question? And yeah. Please be honest. Absolutely, Kate. Anything. I need to find out if Nathan Prescott helped me or hurt me after that party. Should I go to the police? Подожди, давай-ка... Да, это бесполезно. Давай... If you do that, they won't believe you. You're on video grabbing at all those guys, and they'll use that against you. Bad. Mm-hmm. But I know I was drugged. That's what you have to prove, not them. I'm just telling you how the cops in school will look at this. Mm-hmm. The video doesn't exactly back you up. You make me feel so hopeless. No, no, Kate. I just don't want you to get hurt anymore. That seems impossible at this point. So that's your answer? I think we should wait. There are other things going on that might help you. But not right now. So I can walk down the halls with people calling me a viral slut. Thanks, Max. Я просто подумала, что сейчас нет смысла, наверное, идти в полицию. А может быть и... Good job, Dr. Max. She didn't like what I had to say, but we need more proof of what happened. Вообще, да, может быть, и действительно нет никакого смысла. Я понимаю, что тебе очень плохо, но этот парень, походу... у него отец богатенький, сукин сын, и поэтому... Смысла действительно нет, потому что он, ну, как бы 100% откупится, и что тогда? То есть, как бы... Ну, что такое? Что? Еще какое-то смс было только что. Ах, with all this crazy shit going on, it's so cool having Chloe back in my life again. Like no time has passed. А где Виктория? Здесь? Fine, I won't disturb you. Угу. Я бы хотела искать пару ласковых. Ладно. Я думаю, мы поможем все же ей. Ой. This is both sad and pathetic. И что? Окей, наверное, я не знаю, что это. Что это такое все? That is so damn cute. How much Dana is into this Halloween party. Угу. Ладно, пойдем. Брук, да. Да. Hey, Brooke. Oh, hi, Max. Да, что-то случилось. You look distracted. Everything cool? I was riveted by that weird snow flurry yesterday. Ну, все. I can't tell if you're being serious or not. Since I'm a science noob, I was wondering if you could explain it. I'm serious. Even meteorologists can't explain that snow. I bet Warren. Как-то нет объяснения снегу. Did you talk to him yet? Нет. No, not at all. He's my friend, not my mother. True. And Warren really loves to talk meteorology with me, since I'm one of the few who can talk back. Mm-hmm. Talk to you later, Max. Окей. Ладно, пошли. Пойдем, пойдем, пойдем. Может быть, я надеюсь, мы сможем помочь бедной Кейт, потому что ситуация действительно отвратительная, мерзкая, и в нее может попасть, по большому счету, кто угодно, ребята. Какой бы жестокой вам ни казалась жизнь, то такие ситуации бывали. Я уверена, что они случались. Ладно. Это не та ли самая птица? Ладно, я с ним не хочу разговаривать, если честно. А это кто, приспешница? Да я не буду с ней говорить, да ну и вообще. Тоже мне сдалась она. Макс, check it out. Ой, Макс. What are you doing here? Макс говорил, успел. Waiting for a call? I mean, I already took the call. Anyway, I wanted to rap about that action yesterday. Да ну. By the way, thank you for stepping in. You were pretty badass, Warren. I owe you. Oh, yes, you do. I got knocked on my ass by that dick. I'm some personal superhero. You're mm-hmm. a real everyday hero. You stood up to a bully, and it was awesome. Even though you left me with said bully and ran off with that girl. Эй, ты сам сказал уходить. How do you know her? An old friend, Chloe Price.
We haven't seen each other in a while. I bet you were glad to see her blast up in that truck like a rock star. Mm-hmm. Which begs the question, why is Nathan Prescott getting psycho on you? I busted him in the bathroom yesterday with a gun. I was too scared to tell Principal Wells. Please, don't say anything. I'll give you more info later. Weird fucking week. Like that bizarro snowfall yesterday? А это Россия, прям снегопад внезапный. Чего удивляться-то? Let's go ape! What? Yes, that's exactly what I need. I love those old school ape films. Well, that was easier than I thought. Cool, I'll text you the info. Мне кажется, мы Уоррену нравимся, и это, по-моему, немножко очевидно. Интересно, а у них что-то было когда-нибудь? Ну, знаете, бывает такое. Там, типа, друг, вроде бы только друзья, вроде как бы теплые чувства друг испытываете. Конечно, из френдзона никому еще не удалось спастись, но... This has something to do with Kate. Я бы поговорила с Нейтаном. Ох, я бы с ним поговорила. Так, ну ладно. Разберемся, но Кейт я очень хочу помочь, правда. Боже мой, водитель... А, я думала, водитель хипстера, это просто чувак. Просто это очень странно, что я водителя не увидела. Я подумала, что себе водитель с хипстерской прической? Как такое вообще может быть? Ну что, музыка? Да, я примерно так же всегда делаю. Либо читаю. А читаю, кстати, без наушников в ушах, потому что это адски отвлекает. Я не знаю, как люди читают и слушают одновременно музыку. Неужели не хватает других шумов посторонних? Музыку слушаешь, потому что она тебе не нравится? Наверное. А если она тебе нравится, то ты... Мне реально очень интересно, как в итоге Макс все это, как она это все исправит. То есть, ценой чего? Потому что, я так понимаю, в этой игре очень много решений. В подобных играх всегда бывает так, что тебе приходится что-либо выбирать. А я это правда не очень люблю. Ну, то есть, это очень тяжелый всегда выбор. Мне даже проще у кого-то спросить, что выбрали они, чем выбирать самой. Но спойлеры я в любом случае не получу к этому эпизоду по той простой причине, что я эпизод прохожу сейчас целиком, полностью от начала записи до конца. Так что ладно, посмотрим. А что, выходной день, что ли? Я что-то не понимаю. А, ну да, там учительница какая-то заболела. Ну, пойдемте с Китрином. Главное, что-то... Ой, я в таких закусочных всегда хотела побывать и заказать фирменный суп. Не знаю, они все выглядят так типично, у нас таких разве есть? Ой. Здрасте. I caught a lot of big ones. Ой, вы какие-нибудь злые. Ой. Ну и хрен с тобой. Женщина какая-то странная. Hello there to you. Such a beautiful day, eh? Oh yeah, it's gonna be. О боже, вы бы еще мое лицо видели. Да-да. Oh man, I bet that's the same gum. Да-да-да-да. А что ты ее не возьмешь-то? Я бы взяла. Вы тут знаете, я тут за... Мы тут ездили в Оби, и там были вот такие вот автоматы, и я накупила столько жвачек, что на обратном пути только их и жевала. Да, это было очень странно. Водитель грузовика, Тревор. О, привет, красавцы. Hey, Trevor. Как дела? Hello, Max. By the way, I know you saw me in the dorm. Чё? Yeah, I saw you coming. А, ну да, да, я видела.
Yeah, and I finally had to tell Justin, because, well, he was into her too. Все-таки открытый здесь прям. I got him blazed. He was cool. Nobody has secrets in Blackwell anyway. Это точно. In class, Max. Привет. What's up, Justin? Getting my coffee on before I cut class and destroy some rails. Shouldn't you be taking photos? Да. I am always taking photos. I am a camera. Надо быть реально общительной. Ну а чего, блин, как аутистка себя вести? Don't laugh at anything. You should be studying, bad boy. So where's all your homework, schoolgirl? School. Speaking of buds, I saw your bro Trevor sneaking out of Dana's room. Trevor finally told me about him and Dana. Эй, ну это нечестно. Они вы сидите за одним столом, вы что, оглохли, не слышите? See you later, Max. Вот, кстати, если кто-то из вас застенчив и думает, что он не может ни с кем познакомиться, что у него прям вот дела прямо дерьмо, я вам советую просто взять и заставить себя поговорить с кем-нибудь. Да, ну то есть, если вы всегда хотели с кем-то познакомиться, сделайте это, не нужно ничего бояться, в любом случае можно найти повод, за что зацепиться. И я думаю, что в этом плохого ничего нет. В любом случае, что максимум, что вы получите, это просто либо на вас странно посмотрят, либо в итоге заговорят. Так что бояться не нужно, ребят, правда. Приобретайте себе уверенность. Я знаю, что это прям практически как себе на горло сесть. Как на горло себе наступить, точнее, господи. Но тем не менее, я думаю, что лучше уж так, чем никак. Я всегда заставляла себя в незнакомых компаниях общаться с людьми, даже если мне было неловко. Постарайтесь ни о чем не говорят. И поддержать woman. Беседу. How are you doing, Max? Hi, Joyce. It's nice to see you again. You look the same. Like I'm still a waitress at Two Whales after all these years. No, like you still look pretty. Nice save, kid. You're still smart. But not that smart. Now you get busted for smoking pot. I heard the whole sordid story from David. I'm sorry this was how you had to meet him. He's a good man, no matter what Chloe says. Yeah, I'm sure. I don't even smoke, like, ever. It was almost an accident. Very stupid. I'm sorry. It surprised me fierce. I was hoping you could be a good influence in her life now. I will be. Promise. I know things were hard for you and Chloe. I feel bad I didn't call. Now my folks are in Seattle and I'm all alone at Blackwell. It's my karma. You did the right thing. You moved forward with your life. I did after William passed on. Chloe chose to stay angry. Anyway, I hope we see more of you. Chloe needs an old friend again. Joyce, I am so sorry about William. I have great memories of him. I'm glad, Max. That was his gift to us. Wonderful memories. Even if Chloe doesn't understand yet. Chloe understands. She just needs time. I know that sucks for you. Oh, she hit all the phases. Expulsion, running away, drugs, bad boys, tattoos, piercings, blue hair. Now she's got to rebel against her stepfather. I see why, I mean. Do you? He's not as much of a hard-ass as you think. But you did tell him you had a joint, right? You took that responsibility? I did. And I am sorry. I don't want Chloe in any more trouble. Or me. Nobody's in trouble over a doobie, Max. And I admire that you took the heat for Chloe. Like a great friend. But Chloe does push David, and it's not fair. He paid his dues in a war. He does care about her, along with all the students at Blackwell. He cares about Kate Marsh? David mentioned her, but I stay out of his business. I won't patrol Blackwell, and he won't cook at the diner, you know? I saw him arguing with Kate. I thought you might know why. Nice try, Nancy Drew. But next to you, there's only one student I'm worried about. And she's not even in school anymore. So, now let's get down to the nitty-gritty. What do you want to eat?
Омлет с беконом. I was dreaming about your bacon omelet. Now finish your coffee. Хорошо. Ну, естественно, она ничего не скажет, она, видимо, типа любит его, наверное, поэтому. One bacon omelet for the young lady staff. Ой, граффити. Nerd graffiti. Warren must have. I love the delicious anticipation of breakfast. Ну, выпей кофеюшку. Хотя я не люблю кофе, кстати. Очень редко хочется выпить, this но, like как правило, пить чай. This is like fourth dimensional deja vu. I keep going back in time. Да, старые воспоминания. This is a diner, not a bar. No beer? The only thing that's changed on the menu are the prices. It looks like you had plenty. Так, окошечко. The lighthouse looks so mysterious. I wish I could stay in this moment forever. Да, спокойно так сидишь, пьешь кофе, смотришь на все. Обожаю такие моменты, когда у тебя еще настроение ничего не испогажено, хотя у Макса есть много поводов. I'm drooling like a baby. Still can't believe you're a woman. When I look at pictures of Chloe, ugh. Speak of the devil. Mom and Max together again. Ну, я, кстати, тоже был такой период подростковый, не очень классный, но у всех оно бывает. Damn college fund on your tab. I'm treating Chloe. На все проходит. Are you atoning for yesterday? Oh God, Mom, please do not give Max any shit for that. She apologized. I know she did. Max is a good girl, a woman. She's 18 now. Too old to get lectures from you or Sergeant Pepper. Call him David if you don't want to be lectured. You only get one damn slice of bacon a day. You guys are still the same. Another reason to blow this town. What is this shit on the jukebox? Что она сейчас выберет, интересно? Now that that's out of the way. Let's talk about your superpower. I don't have any explanation. And I can't explain why I saw that crazy fucking tornado. Come on, that's just a daydream. I want proof you can rewind time. This is all happening so fast. Как я тебе we'll покажу? Start slow. Right here, now. I can tell you every single thing you have in your pockets. You have X-ray vision, dude? I don't even know what's in my pockets. Let me see. Okay, Max. Impress me. Your car keys. Duh, way too easy. I need details. Describe my keychain. Да я черт-то знает. A skull keychain for a punk like you. That was so wrong, Max. Okay, psychic girl. Let me show you what's actually in my pockets. Так. Надо запомнить. That а, медвежонок. Beyond epic fail. You even made me want to believe you. Хорошенько взгляни. Okay, Max. Study every item carefully and don't forget anything. Так, ну, панточка, сигареты, монеты и какой-то билет. You got this, Max. Now rewind and blow Chloe's mind. Сейчас все будет круто. Yep. So, this is me telling you what's inside your pockets. Okay, Max. I'm hella ready. Ну что ж. I'm pretty sure you have cigarettes on you. Yes, you know I'm a smoker. But how many cigarettes? Чё? Не знаю, блин. 7 cigarettes. A superpower that allows you to count cigarettes. Cool. Много было. Something else in my pockets? Ключи. Your car keys. Duh, way too easy. Пандочка. A cute robot panda keychain. Not bad, Super Max. You do have that Irish luck, Caulfield. What else? Штраф. A parking ticket. You know me well. But what is the exact time I was busted? Да, черт подери. 11:10 a.m. That is so wrong.
Okay, psychic girl. You got this, Max. Now rewind and blow Chloe's mind. Okay. Clearly. 86. That's right, living large in Arcadia Bay. So that was cool. Show me more. Так, поехали. Сигареты. I'm free. Yes, you know. И ты таскаешь с собой 7 сигарет? 7. Super. Так. Amazing. Ключи. Your car. Да. Брелок панда. A cute. No. You do have. И штраф за парковку. A parking. You know me well. 10:34. 10:30. Booyah! Max can tell time. Amazeballs. I literally just got chills all over my neck. You have powers. I'll take that crap off the table, Chloe. Sure, Mom. Ням-нямка пришла. How's the food, Max? Better than I remembered. Very good save. Man, I'm hungry like the wolf. Clearly. Приятного аппетита. I'm freaking out about what just happened. Mm-hmm. You have to show me more. Something way cooler so I will believe you without any doubt. I will predict the future. No way. Now, pay attention to everything that happens in the next few moments so you can dazzle Chloe with your mad power. Так, просто. Она роняет кофе. Did you break another cup? Really? No refill for you. Так. Хотя нет, наверное, нужно досмотреть до конца, чтобы полностью предсказать время. Shh. Now I gotta take this call and leave my breakfast. Hey, where is my partner? О, полицейская машинка. Take your fight club outside. He started it. Так. I'm finishing it. Ой. Ой. Так, баба в белом куда-то уходит. Так. Ага, сломалась музыка. Все понятно? Ну что, в какой момент я могу уже перематывать? Сейчас? Давай. Угу. The trucker dr- So, what happens next? The cop gets in and... Так. Well, let's just see. Ну, что там, что там? Остужает их пыл? Justin and Trevor are fighting, and Joyce breaks it up. Mm-hmm. This is getting good. Can't wait to see what happens. Так, ну и... Да? The juke... Все? Pretty bizarro, Max. But let's... Ну все. Начинается развлекуха. Я пару раз ошиблась, но перепутала. Ничего страшного. Did you break another cup? Oh, where really? Go, Mom? No refill for you. Shh. Дальше. Now I take this call and leave my breakfast. Hey, where is my partner? You called it. He's off to go bust some skaters. Mm-hmm. You're a dick. Don't slap me, bitch. Take your fight club outside. He started it. Mm-hmm. I'm finishing it. Trevor and Justin must be in love. You predicted a cockroach on the jukebox? I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. This isn't a toy, Chloe. I do have to be careful how I use it. Screw that! Of course it's a toy. The best toy ever? You can bang anyone with no strings attached, rewind time, and boom! It's like it never happened. Grow up. Странное желание. Maybe me and I would never know. Yes, that's what I did. You can rewind time, Max. That's fucking insane. We have to play. I don't have time. Mm-hmm. You did not just say that. Check out your nose. Oh. Too much blow? Hey, are you okay? Too much excitement. See what happens when we hook up again? Then, let's go to one of my secret lairs and fully test your power.
You need a sidekick to guide you. Okay, girl. Знаете, на что это похоже? Смотрели у Анны Аканы фильм? Рэй Уильям Джонсон его, по-моему, тоже лайкал. Про прокручивание времени. Собственно, я смотрела это полгода назад, и это абсолютно то же самое. Черт, это очень похоже на то, что там происходило, но там немножко другой, немножко другие события. Ну, окей. Хлоя, пойдем. Пошли или не пошли? Хлоя? Окей, Супергерл, let's go to my secret place. Don't even answer. Places to go and what we do. Come on, before mom starts some more shit, let's bail. It's Kate Marsh from Blackwell. Big whoop. You don't call me once in 5 years and now you're all over some biatch you see every day at school? I see how you roll. So go ahead, chat up Kate Marsh from Blackwell. I've got other people to hang out with too. Ой, ладно, давайте не будем отвечать, все равно мы с Кейт увидимся на занятиях, правильно? Later, mom. Bye, Joyce. Но все-таки это не очень хорошо. I feel bad about Kate. She'll survive you not taking that one call. Now follow me, young Squire Max, so we can seriously tap your power and rule the world. Смотрите, вот не люблю таких эгоистов, но. I hope Kate doesn't get upset that I didn't answer. No. But I could rewind and answer her. Я не буду ей отвечать, я отвечу ей потом. Мы реально увидимся на занятиях. Ну, что это? Кто это? Что это было?